мольер дельная, иди, ай мне черни. Любовь, нежность, страсть, ревность и самопожертвование. Чувственный коктейль Тоски Джакомо Пуччини вновь предлагает испробовать публике. Для главного злодея постановки, победителя международного конкурса Чайковского Арюнбатора Ганбатора, партия «Скарпия» была в первой в его жизни оперной композиции, потому давалась непросто. Когда я впервые начал репетировать роль «Скарпия», мне было очень тяжело. Нужно было выдавать все эмоции на лице. Потом оно у меня даже болело. Сейчас, конечно, играть во второй раз будет гораздо легче. Коллега по сцене, но соперник по сценарию Михаил Пирогов отрабатывает партию художника Каварадоси. На руку и сердце его возлюбленной певицы Тоски претендует Скарпия и обрекает Каварадоси на смертельную казнь. Чувствует приближение смерти, и он, то есть вот именно попав в руки к Скарпи, он, ну, знает уже, что он в живых не останется. Сложная партия в вокальном плане, то есть, чтобы подать вот именно, почему-то мне кажется, вот именно так, как должно быть, нужно очень, то есть вот именно вкладываться, то есть вот не только вот именно как бы физически и эмоционально. Дирижировать постановку пригласили питерского музыканта Илью Дербилова репетировать вместе с оркестром. Он начал около недели назад. Вы знаете, я требую в первую очередь того, чтобы соблюдались все авторские указания. Что заложено в нотах, как выполнена та или иная партитура, какие инструменты главные, какие инструменты второстепенные. Вот это, наверное, самое главное. Тоску планируют показать два раза, но вот увидеть постановки на «Воспеченную звезду» улан-удэнцы смогут только 17 числа. После выступления Арюнбатора ожидают в концертных залах Москвы, Петербурга, Нью-Йорка и Лондона. Барбара Наев, Александр Номжелон, телекомпания «Аригус».